давно на границе нашего мира и мира мертвых жила ведьма. Один мальчик с чистой светлой душой смог заточить ее в мире мертвых. Но ведьма не сдалась. Она стала искать того, кто может ходить между мирами. Того, чья светлая душа станет чернее ночи. Того, кто поможет ей вернуться назад. Вы уже познакомились? Это Татьяна, наша няня. Она будет присматривать за Варькой и... за тобой заодно. У вас все хорошо? Все отлично. Думаешь, ты особенный. Что же из тебя вырастет? Если вырастет. Ваша дочь пропала. Кто пропал? Дети здесь пропадают давно, но их никто не помнит. Ребят, тут что-то есть. Кому нужно, чтобы детей забывали? Кто их уводит? Дети не должны мешать взрослым. По вашему запросу, мне страшно, найдено. Смерть, страх, ужас. Смерть, страх, ужас. Смерть от одиночества. Туда нельзя. Там смерть. Если ты помнишь о ней, это значит, что она еще жива. Вероятно, вероятно. Папа нас помнит, мы живы.